Сергей Лазарев установил у нас на проекте своеобразный рекорд. Самое большое количество массовки на сцене, состоящее из его же фан-клуба. Кроме того, ему совершенно неожиданно улыбнулась удача в рок-день и также неожиданно отвернулся от него в рэп-день. Ну что ж, друзья, посмотрим, как Сергей выступит сегодня в своем коронном жанре. Сергей Лазарев! Я хочу, чтобы эта песня, эта песня не кончалась. Районы, кварталы, жилые массивы. On the sidewalk, oh, Sunday morning, don't you know? Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Columbia Pictures не представляет, как хорошо мне с тобою бывает. You've been telling me you want me to. We can keep it on the low. Won't hurt them if they never know. I'm feeling the rush. I know it's a crime. I can look and not touch. It's easy to lie when your lips are on mine. Can you keep the secret if we cross the line? 'Cause baby, I need it tonight. Я хочу громче! You at the hotel. If you promise that you won't tell, all this hiding makes me want you more. Baby, follow me and shut the door. I'm feeling the rush. I know it's a crime. I can look and not touch. It's easy to lie when your lips are on mine. Can you keep the secret? We cross the line. 'Cause baby, I need it tonight. Tonight, I want you right now. They'll never know if we just keep it down. If you show me yours, then I'll show you what I've been waiting to do for so long. If you just keep your mouth shut. Can look and not touch. Your lips are on mine. Can you keep the secret if we cross the line? I want you right now. They'll never know if you just give it down. If you show me yours, then I'll show you what I've been waiting to do for so long. If you just keep it more shut. Keep your mouth shut.
да, с говорящим названием «Keep your mouth shut». У балета были заклеены рты. Да. Дышали они, видимо, только исключительно носом. Но, Серега, я тебе сразу скажу, вот здесь есть люди, которым рты так просто не заклеишь. Это наши члены жюри. И они будут говорить как есть и голосовать как хочется. Сергей Лазарев! Ну что, начнем, пожалуй, с лаймы. Памятую. Я даже знаю, почему. Да, да, памятую этот исторический разговор. Лайма. Все равно, несмотря на то, что Сергей обещал петь по-русски на гала-концерте и своего обещания не сдержал. Да, но это не для меня. Мне все равно, пускай хоть по-китайски. Мне вообще абсолютно не волнует. Я о другом. Я все время думаю, в чем же дело? Сережа, симпатичный парень. Он, я вижу, что очень старается, вложена работа. Ну, конечно, не обязательно, если заклеивать рты, то петь про то, чтобы не обязательно, чтобы держать рот закрытым, обязательно заклеивать рты. Я вообще обычно не люблю, когда о чем поешь, что и делаешь. Но это не важно. Это мое личное мнение, да? Это никого не волнует. Я вот думаю, в чем проблема? Понимаешь, вроде все классно, все хорошо, а не трогает. Ну, дело в тебе. Я думаю, что просто у тебя еще есть время. Это твое, как бы твой пик еще не произошел. Это не значит, что ты должен прекратить. Наоборот, я считаю, продолжай. Но у тебя еще не случилось. Я надеюсь, дождусь. И просто за то, что ты так стараешься, и ты делаешь, и действительно, молодец, это вложенный труд, как не похвалить. Но надо с тобой поработать. Это предложение? На самом деле, спасибо огромное. И мне очень ценно ваше мнение. Спасибо большое. Спасибо за него. Макс Фадеев. Я не буду долго говорить. Просто хорошо выступил и все. Это очень как бы цепляет, и все в порядке. Спасибо. Кто готов выставлять оценки? Ladies first. Спасибо. Вы настолько безупречны, что у нас с Лаймой закрадывается такое подозрение, что вы из нового поколения биороботов, засланных к нам вот на Землю, чтобы показать, как делается шоу-бизнес на самом деле. Потрясающая метафора. Я знаю, какой за этим стоит труд, и я представляю, какое за этим стоит самообладание. Спасибо вам огромное. Спасибо, я получила удовольствие. Спасибо. И у нас еще один член жюри. Спасибо. Я тоже говорю «да», но с одной маленькой оговоркой. Мы находимся сегодня не на канале BBC, а на первом российском канале. Поэтому жаль, что песня звучала не на русском языке. Вы знаете, да, было даже такое своего рода обещание от меня, то, что я в гала-шоу спою на русском языке. И более того, могу вам сказать, что до вчерашнего дня именно русская песня стояла. Но потом я подумал, что я был бы не я, если бы я не сделал шоу, если бы я не сделал номер, и если бы я не показал часть своего, в общем-то, какого-то своего вот этого творчества, именно вот такого, которым я живу, а не... которая в какой-то степени хочет увидеть или услышать жюри. Но если мы все-таки сделаем... Ну, я почему не, именно эта я песня не, люблю не могла... Почему эта песня, не, вот эта же песня не могла звучать на русском? Почему? Я поработаю над русским текстом. Дело в том, что не все песни, ну, вам известно, не все песни по-русски звучат и можно перевести. Нет, все звучат. Ну, все звучат. Не все. Русский все. Язык, он английский более певучий все-таки, чем русский. Да, украинцы тоже так говорят. И сложнее. Но, несмотря на этом, и украинские красивые песни, и русские. Не, ну, я понимаю, да. Я с тобой согласна. Максим Фадеев. Я понимаю. Но я тебе уверяю, что я пела песни и очень часто переводила. И они звучали, они были классные. Ну, у нас потому что они изначально классные варианты. Песни. Если сейчас экспромтом могу, вот этот компромисс, который... Тем более, подожди. Что раз я обещал, ну, оценки все выставлены, я просто обещание свое не могу тоже не вот сдержать. Вот это красиво, стороны, это понимаешь? Красиво, иначе бы зритель, наверное, остался бы слегка, да, в да, легком недоумении. Прям кусочек, потому что я, ну, все-таки на русском, да, действительно, в гала-концерте должно прозвучать.
это понять, чем боль унять, плачет душа горьким ядом в сердце, словно ножи. Как дальше жить? Больше тебя нету рядом. Я помню шепот горячих губ и нежность ласковых рук. Я обещания твои верну, но лишь любовь не смогу. Даже если ты уйдешь всю пустоту миров, мысли о тебе ты закрыла в сердце дверь, оставив там любовь. Даже если ты уйдешь, она всегда с тобой. Я надеюсь, что это, на этом мы закрыли тему относительно того, что у Лазарева нет русских хитов. Все. А теперь... Точка поставлена. Не-не-не-не, кому как, а я лично на этом закрыла тему соответствия оценок жюри и, так сказать, мастерству артиста. Сергей Лазарев. Спасибо огромное. Да. Почему прошлую песню вместе не пели? Спасибо. Спасибо. Все. Мне все. Пока.